Йо, ребят, всем привет, с вами, как всегда, я Валрос, и сегодня мы опять будем смотреть приколы по ТикТоку. Да, давненько их не было, и прямо сейчас мы берем и начинаем смотреть крутые приколы по ТикТоку. Но перед просмотром я очень сильно вас хочу попросить поставить лайк под это видео, подписаться на мой канал, а можете подписаться на мой инстаграм по ссылке в описании, ведь там есть очень много интересных фотографий. Поэтому прямо сейчас подписывайтесь на все это, и только после этого я разрешу вас смотреть это видео. Ладно, давайте не будем медлить и погнали смотреть крутые ТикТок приколы по Майнкрафту. Ребята, я забыл вам показать очень крутой сервер. И этот сервер называется ПростоКрафт. Тут есть куча всего интересного. Посмотрите, это часы. Как минимум, это уже точно круто. Также тут можно открывать кейсы. Представляете, кейсы в Майнкрафте. Давайте прямо сейчас это откроем. Итак, что же мне выпадет? Випка, офигеть. Мне выпала випка, хотя 5 ключей здесь стоит всего лишь 25 рублей, ё-моё. Премиум, уху! Заходите на сервер ПростоКрафт по ссылке в описании. Может быть, там буду я играть. Ха-ха-ха. Итак, как и обычно, я и нахожусь в приложении ТикТок. И это значит, что прямо сейчас мы будем смотреть с вами крутые приколы по Майнкрафту. Для этого мы должны с вами найти Майнкрафт. Я уже ввел это слово в... Прямо сейчас я вижу, сколько здесь публикаций по Майнкрафту. Погнали же скорее их смотреть. Somebody once told me I wanna be Tracer, so I skirt and hit the dad like Khalifa. Man, I think it's muffin time, so go sub to PewDiePie, cause us gamers gotta win this war. So he won't stop subbing him, he won't stop hunting him, he won't stop subbing him, he won't... Somebody... Начало уже интригует. Yeah. You don't wanna see me fall, Stephen Curry on a ball. Что он делает, интересно? Я не понимаю, что происходит. Вообще не понимаю. Это Minecraft Pocket Edition, и... Ну, в принципе, неплохая постройка. Музон крутой. Значит, это сейчас будет что-то интересное. И при чем здесь Майнкрафт? Японская музыка? Ну окей. Саки кликлё. Я не знаю, что это. Hey guys, this is my tutorial on how to beat the Ender Dragon in Minecraft. So... Это туториал, как стать Ender Dragon в Майнкрафте, вроде бы он сказал. Почему так оделся? Снимаю Майнкрафт видео. Мамка спалила, короче. Goodbye, cruel world. А это смешно. Это Майнкрафт VR, это интересно, на самом деле, даже не знаю, как в него играть. Надо купить VR очки, чтобы играть в Майнкрафт VR, это реально будет интересно. Ну, конечно, все это со стороны смотрится очень странно. Господи. Моя кровать, мой сундук. Когда крипер взорвался, да, блин. Не, это прикольно, это реально прикольно. Excuse me, ma'am, I don't believe that chicken farm is compliant with... Так, музыка из Майнкрафта. Табличка. Solarius. Не знаю, что такое Solarius. Знаете, напишите в комментариях. Что происходит, ё-моё, где мем? Где прикол Майнкрафт Машинима ТикТок? Я не понимаю. Алмазы? Ура! Еще алмазы! Да, какой-то везунчик на самом деле. Я
А это смешно, это прикольно. Я уже думал, будут просто алмазы, а оказалось, все намного прикольнее и круче. Сложно. Жиза. А, это типа на кровать наш... А, ну это Майнкрафт тупо, реально. А там должен был быть припев классный. Ой, 100% музыка сапа, я уже заколебался, мне постоянно кидают авторские права, мне приходится удалять музыки, так что если вы в моих видосах как-то не слышите музыку, или она какая-то другая, то не расстраивайтесь, просто YouTube меня карает за то, что в ТикТоке много музыки. Ох-хо-хо! Ой-ой-ой, глаза. Пчела. Прикольно. Майнкрафт. Чё это? Где мы? Господи. А, это типа бесконечное цикличное видео, это классно. Опа, Майнкрафт реально жизни. Нифига себе. Блин, я тоже хочу такой костюм. Ставьте лайк, если хотите такой костюм. Ложка. Да. О, господи, вот это ностальгия, вот этот видос. Я лайк поставлю, серьезно, очень ностальгичное видео. Не знаете, помните, не знаю, вы смотрели или помните, но... О, господи, прям слезинка. Еще хочу раз. О, флагжики, ложка, господи ты, боже мой, это реально было классное время. Это когда было? Это было давно. Китайцы. Японцы, корейцы, неважно. О, вот эта штука очень красиво выглядит, я бы хотел ее себе. Где ее можно купить? Она еще и цвет меняет. Я реально знаю, что я куплю себе в ближайшее время. Ой, что это за песня у нас? Я люблю Майнкрафт, я люблю Майнкрафт, я люблю Майнкрафт, я люблю Майнкрафт. Красава. Вот эта тачка. Ё-моё. Ну я... Это ж... Ну я не верю, что это реально люди строили. Это очень много. Танец со Фортнайта. А где Майнкрафт? О, да, Майнкрафт. Нет, прикольно, ладно. Это классно сделано, реально. Ладно. Ну вы поняли. Но это сделано. Господи. Слишком страшно. Maybe
Ладно, ребят, на этом закончились наши ТикТок-приколы по Майнкрафту. Надеюсь, вам понравились. Вы можете сами выбрать, какой же из этих приколов получился самым смешным. И написать об этом в комментариях, естественно. Почему бы и нет. Спасибо большое всем за просмотр. Надеюсь, вам понравилось это видео. Можете поставить лайк, подписаться на мой канал, если вы не были подписаны. И подписаться на мой инстаграм по ссылке в описании. Я хочу продвигаться в инстаграм, потому что там очень много прикольных историй, фотографий, видосов. Поэтому прямо сейчас переходите на мой инстаграм, подписывайтесь. Я буду очень благодарен, если вы все это сделаете. С вами был Валрос. Всем удачи и всем пока. Пока-пока! Фу.